несколько дней подряд мне высылают ссылку на видео, которое я посмотрел. Честно говоря, я ужаснулся. Видео о ситуации, которая произошла в Кирилловке совсем недавно. Увидите, сейчас посмотрите, таких вопиющих уродов я не видел уже очень давно. Сам вернулся не так давно с Кирилловки. Очень надеялся посмотреть, как там работает полиция. Но на время моего приезда все было очень тихо и очень мирно. Сейчас же я вижу ситуацию двух просто аморальных уродов, которые получили власть, получили форму полиции и пытаются самоутвердиться за счет водителей, которые приезжают отдыхать своими семьями. Не буду судить ситуацию со стороны водителя, считаю, что в некоторых моментах он поступал тоже не совсем корректно, но это никаким образом не оправдывает того отношения полиции, которое она проявила в отношении этого водителя. Это ужасно, это просто ужасно, то есть видно, что люди просто хамят, грубят, пытаются всячески показать, что они доминируют в ситуации, пытаются за счет своей формы и за счет своего удостоверения показать, что они офицеры, и их за это надо уважать. Итог очень печальный, у человека забрали машину абсолютно безосновательно, на основании того, что у него якобы расслоился регистрационный документ. Причина остановки была, как обычно, если у меня это случается, за отсутствие брызговиков. В данном конкретном случае это было за неправильную рамку заднего номера, она была поврежденная, поэтому как они это увидели, когда человек ехал к ним, я не знаю. Ну, то есть посмотрите это видео, пожалуйста, распространите его, попытаюсь связаться с человеком, который снимал это видео, тоже если он смотрит видео, пусть выйдет на связь, попытаюсь разобраться в ситуации и помочь ему в этом конкретном случае, а этим двум козлам передаю привет, крепитесь. Я обязательно думаю, что не со мной, так с кем-нибудь стоящим вы встретитесь на дороге, обязательно карма к вам вернется. Здравствуйте. Вот полиция, лейтенант Кочевников, ваша транспортная. Конечно. Можно регистрационный ваш. А вы слышали, что наш президент новый сказал? Что? Что останавливает только в редких случаях. Кто это вам такое сказал? Вам? Мне сказал? Да, вам. А какая причина у вас посмотреть документы? Потому что у вас техническое состояние автотранспорта говорит о том, что вы, возможно, попадали в ДТП. Да то вы уже рассказывать вас... будете, знаете, какой уже. Кому 10-й. Вам буду рассказывать? Да не будете мне рассказывать. Я инспектор на дороге. Какая я причина, какая причина остановки? В этом крючке найти причин. Какая причина? Найдите мне причину. Я вам повторил, у вас явные познаки ДТП. Не рубите, сейчас вы будете. Ну, во-первых, разговаривайте нормально. Пожалуйста, я разговариваю с водителем. Да подожди. Вызывайте. Ну, ржавая, побитая вся. Да какая тебе разница, она ржавая или побитая? Ты что, вообще, блядь, ненормальный, слышишь? Сейчас я вам причину, блядь, сделаю. Слышь, ты не блядь какой-то, дядя. Я сказал, нормально, как вы разговариваетесь? Нормально. Давайте удостоверение покажите сразу. Ты его запоминай и бойся. Удостоверение? Я говорю, что слышал, понял или нет? Ты как ты разговариваешь, слышишь? Как ты разговариваешь? Вот так вот, как и вы. Ты запомнил? Так. Да, Леонов Евгений Сергеевич. Запоминаю. Номер удостоверения покажите. Сейчас, подожди. Действий угу. Документ. Да. Смотри. Действий документ. Так и смотри, осмотрите. Понял? Смотри, я говорю. Слышишь, кто-то... Ты при мне матерился. Ма, сядь, подожди. Матюкаетесь при мне. Подожди, ма. Да я имею право матюкаться, а вы не имеете права. Даже не ищу вас граждан общаться. Понятно? С удостоверением разговаривать, как уважаемо. С удостоверением ознакомиться. Слышь, давай 02 звони. Это бандиты, блядь, какие-то. Будешь стоять здесь как а ну, запусти. Голубчик. Да серьезно? Да кто ты такой? Я тебе говорю, Леона фамилия. Запомни, матюкливые. Будете стоять. Все матюкливые стоят. Да, все, все, все. Все. А, так вы из Киева, типа блатные здесь, командировочные, да? Ма, замолчи. Да, да. Позорище. Позорище, позорище. Поедем, везде поедем. Ну, я, мне было бы все прочитать. Значок забыл записать еще. Запиши. Не было, что за все засниму? Номера вот такие значок. На машине. Машину, номера, вот 4, это 9. Вы, пацаны, дадите. И давай остановим. Ма, помолчи. Вы отказываетесь что предоставлять? Еще? Сейчас мы вызовем СОХ сюда, давай, будем беседовать. Давайте хоть... И будешь как голубчик стоять, будешь ждать. Да? Не, хорошо, не, ты не, буду, я здесь отдыхаю. Так а смысл? Смысл? В этом, да. Смысл в том, что таких полицейских не было, как а вы, понимаете? Я не хочу понимаете? Таких водителей, как вы на дороге видеть, на вот таких что? Дрючках, которые... Да у тебя лучше есть. Лучше, конечно. Ну так это хорошо, ну, так тебя хорошо. Поздравляю. Слышишь, дрючок? Спасибо большое. Я тебя поздравляю. Что, настроения, блядь, нету? Спасибо за мистер интернет, блядь. Вот это молодчо. Еще рассказывайте инспекторам, как себя надо вести здесь. Некоторые за чужие. У вас задатки оператора есть. Ваше удостоверение можно, а то я не познакомился. Три раза нет, показал, я с человеком познакомился. А с вами нет. Не вопрос. Я с вами вообще не хочу общаться, можете идти туда. Да. Познакомлю. Ткаченко Артем Олегович. Какого действия?
Действительно, там все, не проживать. До 2022. Хорошо. Звони Володе. Я уже записала. Уважаемый товарищ водитель, документы ваши. Да сейчас, регистрационный и ваше водительское. На основании какого? Я вам уже сказал три раза основание. Если вы не слышите. Ребятки, нечего вам делать. Да нечего делать. Нечего делать. Да делать нечего вам, тем более на отдыхе с родителями. Ваше водительское. Да какая разница? Какая разница на отдыхе или на отдыхе? Слышишь ты? Как ты разговариваешь вообще? Разговариваю. Вася? Да, а кто ты? А ты что? Василий зовут. Ты что? Леона Евгений Сергеевич, я показал. Ты бандит, а наверное, слышишь, блин. Понял? Вы не показали. Да я не покажу причину мне остановки. Вам, рассказывай, блин. Я показываю тебе. Причину остановки. Законную причину остановки. Да сейчас мы законную, сейчас мы вызовем СОХ сюда, блин. Теряйте свое время. Да будем терять. Да будем терять, вы разговариваете. Мы еще меняли. Мы еще в УВД, блин, поедем, блин. На вас заявление напишем в прокуратуру. Стоять, команду приняли. Все, вот это чувак, ребята, вы смотрите, как у нас полиция здесь ведет, ой, здесь, блин. Я не деловой, не со службы. Да, сейчас понесешь. С инспекторами разговариваю, с офицерами, так себе. Сейчас понесешь. Да вы должны вечно, как бы с вами не разговаривали. Где это прописано? Где это прописано? Где прописано, что я должен ездить? А мне нет уважения. Ты не грамотный сейчас. Камеру только включать и все, чтобы конечно, я за камеру конечно, вашу решу. Нет. Ну, так вы ведите себя как водитель нормально. Да сначала ты веди себя нормально, да понял? Да ты веди себя нормально, дядя. А что ты мне тыкаешь? Ты дядя, когда веди себя подошел, нормально, что тебе непонятно, что ты мне тыкаешь? Что ты мне тыкаешь? Ну, что а что мне запрещают тыкать? Вы Вишлова должны общаться с гражданами. Я Вишлова на ты. Уважаемый. Вы даже не представились. Так какая тебе разница? Не байдужий гражданин. Какой-то террорист. Уважаемый. Не байдужий гражданин. Да, не байдужий. Не байдужий. Ну, я вам не верю. Ну, то ваши проблемы. Все, и буду обращаться, значит, так к вам, как я посчитаю. Так какой бы ни был, хоть гражданин Зимбабве, вы должны обращаться на вы. Уважаемый. Понятно? Вежливо, понял? Гражданин Украины, я не знаю. Потому что вы напали. Так тихо. Слышь, давайте общаться по очереди. Я не буду я с вами общаться по воле, вы тут не диктуете. Что, вы стоять, вы здесь аж бегом. И вот этот номер, который не по ГОСТу у вас. Серьезно? Да, серьезно? Да. Так возьми проверить, у тебя база есть, блядь, или нет? Какая база? Какая база? Арнор там, блядь, базы пробивай по номеру, блядь, Вася, блядь. Арнор. Арнольд. Арнольд, блядь. Все, стоят. Документы. Да стоим, мы не едем, не переживай. Команду поняли, не переживай. Конечно. Конечно, стоим, стоим, стоим. Я народ Украины. Я не верю вам. Я не видел вашего. Большая разница. Я считаю, что вы вообще страны агрессора разговариваете. На языке нет. Ваши проблемы, что вы считаете? Да, мои проблемы. Ну тогда ваши проблемы, что ваша машина на радио. Прямо. Заедь. Да, я уверен, я знаю. А уже ты купаешься, я смотрю, хорошо. Да. Ходишь тут по обочине, стоишь. Так, все, прекратите, да, говорю! Я сейчас начну разбираться, блядь. Уходи на камеру, тыкните. Ну, ты смотри, тыкаю, я тебе, начинают они. Вежливо и корректно, но тыкай, уважаю. Да. Вежливо и корректно, но тыкай. Почему со мной так разговариваете? Да. Фиксируйте он на две камеры. Фиксируем, конечно. Вы все, конечно. Молодцы, я вас поздравляю. А что вы тыкаете? А что, мне запрещают тыкать? Конечно. Что? Вы должны видеть, что у вас разные часа выше. Что? А, вы, а вам вы... позволяет со мной, как я вам задал вопрос? А мне позволяет. Ну, вам тыкать, позволяет, да. Так же да. Самое, как и мне позволяет. Позволяет тыкать. Да. Да. Вопрос еще есть? Давай, вставай. Есть вопрос? Да есть вопрос еще. Так задавайте, что вы стоите? Да мне вопрос не переживаю. Так нету пока, да, стойте, молчите. Будут вопросы задавать, я с удовольствием отвечу. Они не знают, это наша полиция такая новая. Вот как вы хотите. Это бывшие менты, которые работали, мусорами были, а теперь уже в полиции перешли. Вот это особенно. Снимайте, всем показывайте. Автомобили явные ознаки ДТП. Я вам повторю. Какие? Какие? Сзади на багажнике, посмотрите, у вас... Пошлите, посмотрим. Да что там пошлите, смотрите, у вас явно, я вам... Вежливо общайтесь, я с вами нормально еще пока не разговариваю. Женщина, вы кто, водитель? Где ознаки? Да, я водитель. Я не видел, что... Где ознаки? Вот. У вас отсутствует рамка. Ну, я позвонил, о, я вас остановил и спросил вас, почему у вас отсутствует. Вы не объяснили, начали грубить. Вы сказали, что у вас ознаки ДТП. Да нет, а это что, не ознаки? Нет, я рамку снял, красил ее. У вас накладка, которая защищает. Так какая разница, я не хочу его возить. Большая, уважаемая, это техническая комплектация автомобиля. Да вы что, серьезно? Серьезно. Вот это да.
Да это не та, это надо вы просто это, ничего это, не знаете. У нас осколки ДТП. Да. И вот, вот еще смотрите, бабушка. Ну и что? Ну отходит, вот, пускай. Смотрите, ну, вот. Он есть? Ну, да. Все, какие вопросы? Нет, мы остановили, а если водитель сказал бы, как вот сейчас вы поясняете. Ребят, я снял просто рамку сам. Вы и сказали, все. Что ты... Вы сказали, он же сказал, что, то, что он не хочет. Нет, сказали, есть признаки дорожно-транспортного происшествия. Да, если вы сразу вы... сказали, все, дальше инспектор. У меня рамка, я ее лично сам снял. Конечно, все. Димовой ее разводить. Посмотрите, это у меня... Вот это у меня машина причастна к ДТП. Вот это. У меня накладки под номером нету. Иисуса здесь, да, поставили? Как обиженная, вот это я смотрю, у вас комплексы какие-то у вас. Да? Вот кто вот этот такой, блядь, посмотрим в интернете скоро, нормально. Закомплексованные какие-то. Вы так можете сказать, что ты нападаешь? Только, я только людям в форме. Ну зачем это делать? Да тебя обидела просто это. Где? Не, конечно, обидела, неприятно, конечно. А тебя бы не обиделось, я сказал, что ты толстая. Я не толстая, просто беременная. Шановні пане громадяни, будь ласка, приїхав слідча оперативна група. Все для вас і тільки в цей день. Пожалуйста. Зараз подойду. Пойдіть, об'ясніть, ви ж ви звали. Зараз подойду. Звісно. А чому ви слідчі не будете? А? Чи з кого хотіть, то ви сміємося, понятно? Ну, здравствуйте. Мы вызывали. Значит, едем мы на автомобиле. Сейчас сзади маячки останавливаются. Значит, у нас на камерах все зафиксировано. Сейчас. Я говорю, причина остановки. Они говорят, нету пластиковой штуки. У вас машина убитая вся. Ну, мы говорим, такой причины нету. Они начали ругаться. Они все дурно брали. Мы сказали. Они даже с вас сейчас зашли. Я говорю, что вы с ней хоть смеетесь? Ваша оперативная группа. Говорит, нам все равно, с кого хотим, с тобой смеемся. Ну, мы вам видео предоставим, вы посмотрите. Значит, я им документы отказался показывать. Вам я покажу документы и хотим на них составить заявление. Свидетели, люди тоже сейчас, женщины там стоят, они тоже... И мене матюкали, женщина побивала. Да, есть видео, конечно. Есть видео, да. Начали гнуть это. Вон, сам, даже эти люди слышали, что они, ну, что матюкались. Представляете, ну, да, за эти показы документы и зашел. Если у меня нет пластмассовой рамки, мне говорят, это нарушение? Говорит, я с тобой сейчас на ты разговариваю. Я с тобой разговариваю. Скажи, что тебе не понять? На ты с тобой разговариваю. А как с тобой разговариваю? Слышь, ты что? Верховный розыск. Я верховный розыск. Я верховный рок или что? Или группа пусть такого. Говорю, вечно разговариваю. Я говорю, еще не вечно, понял или что? Что ты сделал? Сейчас задержу, доставлю в райотдел. Я тебе серьезно говорю, еще пару слов. А что ты мне сделаешь? Тебе уже надоело просто. Скручу тебя как... Для ушонка, это дура и дело. Сам, я понятно. Сам, я сам, понятно. А вас не было. Поехали в райотдел. Поехали в райотдел. Поехали. Вы представляете, что чудо, блядь? У вас не было. Да поеду в райотдел, ты что чудо? А вас не было, это сегодня вы робляли. Посмотрите, что за вами. Щенок ты, скотина. Все, прекратите. Все, присаживайтесь. Я не могу. Сядь, полицейский, сядьте кто-то к нам в машину, полицейский. Да никто не будет, вы за нами просто поедете под сопровождением. Ты скажи своему неадекватному другу. Я не буду ничего ему говорить, он не друг, а мой. Да его друг, напарник. Что ты стал мне мешать? Сергей, он присядет. Да не трогайте, не трогайте. Ты что, больной, блядь? Никто не убежал. Понял или нет? Да ты дебил, да я дебил. Веди себя нормально. Понял или нет? Смотри, на тебя люди смотрят. Да пусть смотрят, это тебя клоун. Понял или нет? Да я молчу, я машину хочу. Клоун надо, что вы лезете? Дивите, люди фотографируют. Ну так чего вы лезете? Да пусть фотографируют. А на месте можно? На месте можем написать? Нет. Да что ты не делаешь? Я говорю здесь, понятно или нет, а не ты. Что тебе непонятно, говорю? Да, конечно, буду подниматься, уже надоело это все, два часа здесь стоять. Потому что ты при них, конечно. Это самое. А при чем при них? Это вы почувствовали здесь, что приехала группа или что? Это ситуация, надо, чтобы они... Да слышишь, ты на место себя поставил. Поставлю, говорю, понятно или нет? Да. Запоминай, я говорю, меня лично, все. Второе дело. Да, садись, неадекватно. Да, неадекватно. Иди
здесь пила свои. Ты за руль, команда, что не понятно. За руль присаживайся. Говорю, отдыхай. Я за руль присаживаюсь. Где отдыхай? Где отдыхай? Ты что, гусь, блядь? Гусяра, блядь, кольше, блядь. Ну не надо, на чего провоцировать? Так, блядь, ну смотри, как он разговаривает, слышишь? Надо, вот к чему эти слова, уважаю. Вот так вот он разговаривал изначально с нами. Здесь слов, с которыми я разговаривал. Вы не будете решать, кто вам будет. Поплыл? Как ты разговариваешь? Ребята, так подъезжайте, подъезжайте к отделу полиции. Все, дивите, дивляться, обращайтесь. Подъезжайте к отделу полиции. И вы так это самое. Не пихай меня, а слышишь? Ты что? Симпатичный кровь. Попихай. Что? Ногами. Симпатичный кровь. Попихай. Что? Боже, боже. Это что, защитять? Какой ты противный до ужаса. А я не знала, что он такой противный. Так говорю, и мне так нравится. Гусь вообще, ты что? Вот фотографируйте их. Поплыл муженек твой. Поплыл? Вроде нормально. Да ты поплывешь. Нет. Посмотрим. Посмотрим, ты поплывешь еще и как поплывешь. Я уверен, я вас не могу. Да ты поплывешь, я тебе говорю. Да, да, да. Ты поплывешь. Согласно законодательству, я уверен. Да ты что? Ой, блин, потом будешь, когда уволен, будешь пересматривать, будешь смотреть, как ты. В очках еще с кузом меня не уволили. Да. Уволят. Я буду первой. Чумики еще не уволяют. Я вам могу сказать. Мы 2 часа простояли там на дороге. Вы матюки прогнули. Мне женщина, 75 лет, вы меня матюкали. Сказали, смотри, мы сейчас затягнем тебя в свою машину, на 2 суток тут сделаем с собой, и будешь ты у нас на тебе. Давай мы за тобой заедем. Да, да, да. Все. Куда нам? Дурак пришел. Что? Что он тебе говорит? Я говорю, скажи на камеру, что он тебе говорит. Конченый пидор, блядь. Ну, мамочкин сыночек, блядь. Слушай, даже люди говорят, что мы что-то... Наелись что-то, да. Грибов, наверное, да? Да. Прекращай. А что ты на меня только что говорил, ты в машине садился, а? Командочки, выполняй. А, командочки? Конечно. Слуга, ты что, призывал? Да, конечно. Выполняй. Так я выполнял. Так не твои команды, я Сога. Так я слышал, слушал, если не общался. Поставил акта, мы скоро не вызывали. А получилось через вас. Ложно вызов, потому что він стояв, а ви під'їхали близько, а я на тій стороні стояла. От, і ви почали сигналити. І все, і через вас я попала. Чи через вас я попала? Все, слушаємося.